Черная пятница продолжается. Цены ниже заводских в сети ювелирных салонов «Аметист». Не веришь? Проверь. А ларчик-то просто открывается. На центральном рынке, на месте бывшего первого Колизея, заработал торговый комплекс «Ларец». Это современный крытый павильон, объединивший десятки торговых мелких павильонов. Чем же богат клинский ларец? Подробнее расскажем в сюжете. Торговый центр «Ларец». Тепло, светло, здание полностью отремонтировано и оснащено новым оборудованием. Лифты для покупателей с детьми, пандусы для людей с ограниченными возможностями. Уважаемые покупатели, проходим? На первом этаже продукты от фермеров Клинского района, Тверской области, Белоруссии. Молоко, творог, сыры, рыба, домашнее парное мясо – все натуральное и свежее. Проходит контроль качества прямо на месте. На втором этаже промышленная группа товаров от нижнего белья до верхней одежды. И в то же время у нас будет там очень просторное кафе. Кафе предусмотрено, значит, для разного у нас возраста и в том числе для детей. Предприниматель хочет завлечь, привлечь наших уважаемых покупателей своей детской площадкой. К Новому году стараются успеть все доделать, убрать, украсить павильоны. К делу подходят творчески. Разрастается купец, открывает свой ларец, чтобы рад был покупатель и доволен продавец. Чтобы больше шла торговля и товар доступен был, покупатель, чтобы с любовью и с охотой к нам ходил. Ну а мы всегда вам рады. Все мы сделаем для вас. Ведь у нас одна награда – видеть блеск счастливых глаз. Ольга Колосай, Максим Максимов. Новости дня.